Икеа объединяет людей. Впервые за всю историю телеканала Шопен Шоу мы никогда не представляли вам вот этот смартфон 5.4. Яркий, производительный смартфон. В нем есть все, что вы ждете от современного телефона. Потрясающая производительность и, конечно же, все для лучшей связи с вашими родными и близкими. Профессиональная камера. Здесь их целых 5. 5 камер. И это профессиональный гаджет на каждый день, которого, ну, обязательно вы достойны. Я Ольга Гридунова, ваша ведущая, а Алексей Мичурин, эксперт телеканала Шопен Шоу, сегодня нам расскажет, как пользоваться этим телефоном. Алеш, инженер, электромеханик, эксперт в области технических инновационных разработок. Все так? Да, это именно так. По образованию я действительно инженер-электромеханик, автоматизация машиностроения. И первые компьютеры, которые у нас появились в городе, они появились, конечно же, у нас, у тех, кто учился на этой специальности. Друзья мои, мы сегодня с вами рассматриваем великолепный смартфон от компании Nokia. И я бы хотел сразу обратить внимание не на экран, а все-таки на тыльную сторону, на великолепный красочный корпус, но все-таки еще и на квадромодуль, состоящий из 4 камер. Основная камера 48 мегапикселей, делает великолепные съемки, снимки. Ультраширокоугольный 5-мегапиксельный модуль позволит вам делать панорамные съемки. Модуль глубины, который позволяет вам делать портретные съемки с эффектом боке, с размытием фона. Ну и, естественно, модуль, который позволяет делать макросъемку, то есть делает классные съемочки на минимальном расстоянии. То есть здесь можно сказать, что не телефон с функцией классной камеры, а камера с функцией телефона, с функцией смартфона. Дальше, про производительность. У нас есть сегодня несколько модификаций, но главное, это, конечно, 8-ядерный процессор Snapdragon и хорошая оперативная память, которая позволяет нам быстро переключаться между приложениями и даже одновременно пользоваться несколькими приложениями, теми, которые нам необходимы. То есть, можно сказать, здесь стоит мозг Цезаря, который сразу же решает несколько ваших задач и делает это очень и очень быстро. Ну и, конечно же, чем славится Nokia? У кого бы я, Олечка, не спрашивал, все говорят про неубиваемость и прочность тех самых телефонов, которые нас познакомили с миром мобильной связи. Здесь мы видим яркий, красивый корпус. Да, с такой с градиентным покрытием, но при этом он сделан из композитных материалов, которые амортизируют удары. Круто. То есть по прочности этот смартфон является одним из самых таких прочных и долговечных, в чем Nokia, опять же, доказывает то, что они делают не просто качественную и надежную технику, но и прочную. Ну, слушай, здорово, я это обязательно проверю в процессе прямого эфира. Итак, давайте посмотрим, какие цвета вы сегодня можете выбрать. У нас есть пурпурный оттенок. Вы сейчас видите его на экране. Еще у нас есть синий, который называется «Полярная ночь». Два цвета на выбор. И еще, смотрите, у нас разный объем памяти вы сегодня можете приобрести. А по поводу памяти вам расскажет Алексей Мичурин. Так, смотрите, цена – это самое главное. Самая выгодная цена, которая действует только сегодня со скидкой 34%. Это действительно так. Она выгоднее, чем даже на официальном сайте у бренда Nokia. Друзья, если вы зайдете на официальный сайт, там будет цена на 1000 рублей дороже, и там не будет подарка. Посмотрите, первые 500 дозвонившихся получат подарок, вот такой вот чехол от бренда Nokia, который отдельно стоит 1200 рублей. Флип-кейс он называется. Ну, естественно, наушники, зарядное устройство, все необходимое уже заложено в комплектации. 12 999 рублей и бесплатная доставка в любой регион России. Это у нас на Шопен Шоу. А на официальном сайте цена 13 990 рублей и... Напомню, флип-кейса там нет в подарок, как у нас на Shopping Show. Скажи, пожалуйста, вот какие основные преимущества нашего смартфона? Большой экран, 6,4 дюйма, разрешение HD+. Технология искусственного интеллекта работает как на камеру, так и на производительность, чтобы он у нас работал в автономном режиме до 2 суток. Поэтому, действительно, этот смартфон-долгожитель 2 дня может работать без подзарядки, потому что батарея обучаемая. Ну и плюс, конечно же, 4 гигабайта оперативной памяти, а также есть комплектация на 6 гигабайт, позволит вам быстро решать ваши задачи. И смартфон не будет вылетать из тяжелых программ и сложных программ благодаря вот своей производительности. Успеете заказать, друзья? И на самом деле вот такие смартфоны сейчас должны быть у каждого. Вот у моих родителей, у них нет смартфонов, да? Вот мама сейчас начинает приучаться, но она так только для игр использует. А мне важно, понимаешь, мне только слышать мою маму, но и видеть ее. Сейчас я говорю: мам, 27 числа мы сейчас к вам приедем, у меня будет выходной, мы там с
сувениры привезли. Она говорит: Оль, честно говоря, я боюсь, сейчас вот опять усилились случаи, да, вот эта пандемия, лучше к нам пока не приезжайте, понимаешь? А мне важно видеть мамочку. Да, а то они всегда говорят: да все с нами нормально. На самом деле, может быть, это не так. А вот чем хорош смартфон, то, что он дает возможность нам не просто звонить и слышать человека, а действительно его видеть. И причем звонить вы можете по Wi-Fi, то есть не платя деньги за минуты разговора, как мы раньше, да, позвонили, ну все, да, до свидания, я уже не могу говорить, у меня много денег снимают. Да. Здесь по Wi-Fi вы звоните и разговариваете хоть целый день. Но все-таки, Олечка, я хочу начать именно с камер, которые здесь установлены. Сейчас это, ну, такая тенденция, которая позволяет сделать смартфоны не просто хорошими, а действительно такими профессиональными. Вот этот модуль камер можно сравнить с профессиональной камерой, поскольку 48 мегапикселей, чем больше мегапикселей, тем больше качество фотографии. Поэтому здесь, используя этот квадромодуль, вы можете и ночью фотографировать, и портретные снимки делать, и панорамные снимки, и макросъемку. И вот если мы сейчас выключим свет, вы видите, как он у нас слушает, ничего не настраивая, у меня сразу же смартфон настраивается на правильное освещение, на правильную съемку. Ну и плюс камера, которая является фронтальной, на 16 мегапикселей. То есть съемки, которые вы будете делать в режиме себяшечек, да, когда вы будете поворачивать на себя, они также будут великолепного качества. Слушай, класс, просто недавно мы, когда отдыхали, да, фотографировались ночью в темноте, там, колесо обозрения, гастографировали, у меня темные фотографии, хотя телефон у моего мужа очень дорогой, яблочный, но там нет такой функции, которая есть у бренда Nokia. Друзья, это самый продаваемый смартфон 2021 года. Цена выше на официальном сайте, у нас гарантия самой выгодной цены, но только на нашем телеканале. Бесплатная доставка и в подарок. Первые 500 дозвонившихся получают флип-кейс. Друзья, сейчас очень важно, чтобы у всех у нас были телефоны, когда мы будем сидеть дома, чтобы мы видели друг друга, переписывались и перезванивались при помощи видеосвязи. Смартфон Nokia, он должен быть вашим. 12 999 и бесплатная доставка.